Герберту и Монике Швайгер с любовью. В ролях Тиль Швайгер, Эмма Швайгер, Ясмин Герат, Самуэль Финци и другие. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Каскад» в 2011 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева. Звукорежиссер Павел Емельянов. Русский синхронный текст Елена Кочеткова, Светлана Ахмеджанова. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали Алексей Мясников, Маша Емельянова, Наталья Грачева, Даниил Эльдаров, Александр Гаврилин, Елена Войновская, Татьяна Шитова, Ирина Киреева, Василиса Воронина и другие. Change your mind and say your mind. Don't leave tonight.